С 1 апреля в республике стартовал санитарно-экологический двухмесячник. Заинск активно вышел на очистку города после зимы. Предприятиям и организациям разослано постановление, в котором для проведения повсеместной уборки в период двухмесячника установлены единые санитарные дни. Среда-пятница каждой недели. Днем проведения весеннего общерайонного субботника определено 20 апреля. Генеральная уборка городских улиц началась в орошении снега. Далее приступили к очистке от мусора улиц, парков и скверов. В эти дни уже начинается побелка деревьев. Завод «Заинский сахар» выделил для этих целей известь. В городе доставкой занимается организация «Благострой». Приступили к уборке территорий в сельских поселениях района. Пункты, где можно забрать известь для побелки деревьев и бордюров – деревни Оксарина, Верхний Багряж, Савалеево. Управляющие многоквартирными домами должны выявить участки, на которых следует усилить работу, а именно привести в порядок придомовые территории, детские, спортивные и контейнерные площадки. Начали ямочный ремонт и дорожные службы. Усилила работу административная комиссия по выявлению мест несанкционированных свалок. В рамках двухмесячника запланировано проведение конкурса «Эковесна-2019». По результатам будут определены победители в номинациях «Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшее предприятие». Напомним, общегородской субботник состоится 20 апреля.